Ребятушки, всем привет! Всех приветствую на каналчике Таксикул. ФБР на связи, как вы видите. Я вещаю из города Харькова, коренной житель. Поэтому с вас обязательно лайкосик и подписочка на каналчик в поддержку харьковчанина. Готовьте чаюху, ля-ля-кебаб, и мы стартуем. Ready, steady, go! Погнали! Так, ну что, ребятушки, заводим наш Deo Lexus. О, четенько. Уточка на базе. Певчанский тоже, котяра тоже здесь. Ребятки, померил давление. Вот такое у меня с утра. Так, ну шо, добрейшее утречко. Давление померили, на голове писькин праздник, все как положено. Я летела сеновала, тормозила головой. Кружечка, пустырничек, за ваше здоровье, ребят. Ребятки, сегодня шикуем. Чай с калины. Прическа, ёханая это все. Что это за бабай, хухо? Ребят, ну и чуть позже увидите, что еще. Тут вообще завтрак олигарха. Светские львицы уже можете начинать бежать с низкого старта. Ребят, мои хорошие, вот это знаете, что подумал? Кто хочет делать не укладку, ну поняли, чтобы мы красиво выглядели на вот этих вот видео наших для светских львиц, потому что ну, они привыкли светских львов видеть перед собой. Ну никак не обычных работяг вот в таком состоянии, как бы они думают сразу все. Алкаш, наверное, конченый причем. Еще что-нибудь. Ну а мы сегодня просто кайфуем, ребят. Просто кайфуем. Творожочек с агромола, ребят. Творожочек с агромола. Вот такой красивый, 5%. Ну это вообще пушка, наверное. Сейчас будем пробовать. И медок от подписчиков со Швейцарии. Огромное спасибо. И мы сейчас будем делать вещи. Мы сейчас будем делать отрыв фляги в прямом эфире. Вот так вот берем медочком. Раз, творожок. Оп, чуть-чуть буквально сбрызнули. Для вкуса. Заграничный мед. Посмотрите, какой красивый. Спасибо подписчикам огромное от души. И делаем распаковку нашего творожка. Погнали. Всем приятного аппетита, кто кушает. Чистый кайф. Прям невозможно оторваться. Смакота, ребят. Напишите, с чем вы любите есть творог. И какой вы любите именно в комментариях. И чаечек с калинки. За ваше здоровье. Спасибо огромное всем, кто помогает, ребят. Еще ягода калины попалась. Да вообще топчик. Приятного аппетита, добра бабла вам и позитивчика. Алле, оп! Лето на дворе, ребят. Жара. Это солнце жара. Это солнце жара. Вон какой-то геликоптер, геликоптер полетел. Видали, ребят? Ой, а где наш Зевсуня? Тревога воет, кстати. Слышно вам? Воет тревога. Где наш Зевсуня? Что-то сачкует. Сачкует наш Зевсуня. Ребят, тут тревога. Тут тревога. А я вынужден его ловить поза дворами Зевса. Представляете? Выбежал опять каким-то макаром за двор. Ох, словил его, короче. Притарабанил домой. И открываю калитку, смотрю, идет. Летящей походкой. Я выйду из мая. Понимаете, вот этот Зевсуня. Гулял. Где-то притарабанил своего кабачка там пару раз. Девчат молодых шукал. Ох и парубок. Сейчас покажу вам его. Я в шоке. Сидит в вольере, закрытый теперь. Радый. Да, Зевсун? Радый ты теперь. Счастливый. А я и думаю, где ты перелазишь? Оно, наверное, через кучу перегноя, да? Херяк и прыгаешь за двор. А что, парень молодой. Любви хочется, страсти, да? Ох уже же ты пекинес. Будешь пока в вольере жить. Вольер у тебя просторный, квадратов 100-120. Тут вот, с той стороны вольер, ребят, если кто не в курсе. Есть где погулять, Зевсуне, да? Природа, деревья, все как положено. Горобцы, там даже мангал у тебя есть, шашлыка можешь пожарить, только мяса нету. Присылайте Зевсу на шашлык мяса. Да? Зевсуня, глаза опустил, понимаешь, что наделал, да? Что Саша тебя ловил везде. Ох, это же бандит. Ребятки, распаковка арбуза.
вкуснятину сейчас буду пробовать. И такой арбузик, ребят, посмотрите, смакота вообще. Так, ребятки, распаковка деликатесов, распаковка деликатесов. Начинаем мы нашу распаковочку с вот этого чудесного яблочка. Пахнет? Погнали. Смакота, ребят. Ну, я помню, вот в детстве, тут оно мягенькое такое. А в детстве оно было такое твердое яблоко, поняли, что можно было аж нарезать. Бабушка в бочке солила. Так, ребят. И инжир давайте попробуем, смотрите. Я понимаю, что это инжир, это же не чеснок, да? Кто там вкусит? Пахнет буряком. Вот буряк, кто знает, да? Консервированный. Вкус такой нейтральный, чуть-чуть сладковатый. Такой, не знаю, помидорчик чем-то напоминает. Не помидорчик, огурчик. Кабачок, что-то среднее. Ребятки, всем приятного аппетита, кто кушает. И напишите в комментариях, вы пробовали такие деликатесы, чи не? Ну что, давайте покормим наших Angry Birds'ов. Ох, Angry Birds'ы, ох и жопчины мали. Так, кормик Чикс, Чиназес прилетел сюда. Побольше, чтобы вы могли наесться. Приятного аппетита, банда, которых мы выпускали. Посмотрите, какие уже подростки стали. Красивые кисявчики. Так, сейчас будем кормить рыбок в нашем видовом аквариуме. Обязательно. Когда нам вот эта меченосочка черная, где она тут делась? О, родить было бы супер, да? Она красотка, конечно. Ребят, сегодня даю сухой кормик. Так. И спирулину. Вот такие таблеточки. Спирулины. Очень полезны они для всех этих рыбок наших. А штучек 8 достаточно. То есть это водоросль. Такая специфическая. Кто не видел, посмотрите, как изготавливают эту спирулину. Интересная, конечно, тема. Полезная. Видите, анцики уже сразу накинулись. Говорят, что им подходит. Что смокота просто нереальная. Белый теперь сам тут хозяинует. Принц. А тут в том аквариуме. Теперь хоть не дерутся. Такая красота, ляпота. Так, вот это что у нас? Самочка. Чи самец подрастает. Если самочка, можно в тот аквариум. Пускай растет быстрее, да? Этому, конечно, самцу самок, пока он такой мощный, хороший. Но самки что-то не выжили. Да, мы сейчас пересадим тех черных. Сейчас мы их заловим с того аквариума. Вот таких. Ребятки мои хорошие, всем хочу выразить огромную благодарность за помощь. Приобрел вот такой вот аппаратик. Вот такой, ребят, видите? Для того, чтобы измерять давление. Вы говорили мне, Саша, купи аппарат. Хочу вам сказать, ребят, огромное спасибо за то, что вы меня подтолкнули на такую идею, потому что, ну реально, я не понимал, почему я каждый день себя так чувствую ужасно, почему так болит голова, почему идет кровь с носа, и не только. А теперь я понимаю, что нужно, правильно вы писали, обратиться к врачу. Обратился я к врачу, пообщался, назначил мне препараты, купил я вот этот аппарат. Буду мерять давление теперь. Спасибо вам огромное, ребят, кто помогает, кидает копеечку на карточку. Ребят, от души огромное вам спасибо. Желаю добра, бабла, позитивчика. Чтоб ваш кошелечек всегда был полон крупных купюр, желательно долларов или евро. Как говорится, главнее всего погода в доме, чтобы погода в доме у вас была просто идеальная. Море любви, радости, крепчайшего, мега крепкого, супер сильного здоровья вам, и дожить минимум лет до 200 и попасть в книгу рекордов Гиннесса по долголетию. И чтоб каждый год был лучше предыдущего. Пусть сбываются ваши мечты от маленькой до большой. Добра, бабла, позитива и мирного неба над головой. Спасибо вам, ребятки, за такой чудесный аппаратик. Дякую
от души. Сейчас мы распаковочку потом позже снимем, померим давление обязательно. Аппаратик обошелся, ребят, 1300 гривнев. Ну, там чуть-чуть с небольшим акция была в этом самом, в розеточке. Заказал я его, кто в курсе, тот, кто местный, то знает. Вот, скину вам тут где-то, прикреплю где-то вот здесь вот цену там и так далее, там подобное, чтобы вы понимали. Вот, так что мы еще и на акцию попали, нам повезло. Такие дела, будем мерить давление. Осталось только батареек закупить, чтобы вообще было все четенько. Да, ребятки, ну а кто хочет помочь на дровишки, на корм животным, на то, чтобы мы отремонтировали наш зуб, потому что мы его так до сих пор до ума не довели. Карточки, приват, моно в закрепленном комментарии и под видео. Всех обнимаю до хруста и огромное спасибо за то, что вы есть. Ребятушки, всем добра, бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки нам с Багирой. Пишите комментарии, подписывайтесь на Инстаграм, ТикТок, Телеграм, группу таксистов. Ну а кому нужна страховка, залетайте по ссылке в описании, мы с Багирой вас страхуем по промокоду TAXICOOL21 вашу тачку. ОСАГО будет с 10% скидкой. Всех обнял до хруста. Пуко-пуко, до новых встреч.